Приветствую, друзья. 12 июля. Вот давно как бы не снимал видео про пасеку, что чего и как. А вы знаете, если честно, вот просто реально даже нечем снимать. То есть ничего не происходит. Все цветет, вообще все, что можно. Абсолютно. Липа зацвела недавно, иван-чай, сныть отцветает, чертополох. Усы, клевер, донник, вот реально все, что может цвести у меня, ну, кроме золотарника. И ничего нету, просто по нолям. Здесь единственное, ну, семья тоже матку подсаживала, развелась, стала нормально сильная, поставил третий корпус. Вообще ничего не несут в него, ничего. Семьи, короче, стали злые, хотя вот здесь вот у меня, например, бакфаст я покупал. Здесь тоже бакфаст. Злые просто как черти. То есть жрать вообще нечего. Что происходит? То жара стояла. Теперь какие-то, не знаю, в городе ливни лили. Сюда приехал, сухо. В лес пошел. Даже на болотах сухо. Вот сегодня ночью прошел первый дождь. Вот, не знаю, более-менее. Не знаю, промочил землю или нет. То есть земля сухая. То есть нектар не выделяется, в принципе, цветами. У знакомого стоят весы, контрольный улей. Ежедневно по полкило. Рамки подставляет по полкило, в лед съедают. У меня то же самое. У меня закончились медовые рамки. То есть не знаю. Сегодня погода солнечная. Будет какой-то взяток небольшой. Не будет. Вот все, что приносят, съедают. Даже съедают уже и наши запасы. Вот давать им сироп, не давать, не знаю. Мне просто ради интереса, как у вас происходит в ваших регионах. То есть везде такая задница или все-таки нет? Прошлый год жарище стояло. И тем не менее они что-то принесли. Этот год, не знаю, вот, непонятно что. Корпуса поставил. Да не все, вот реально просто все равно пустые. Поднял несколько рамок с расплодом, чтобы... И тоже пчела пошла. Но пчела вроде в корпусе есть, напрочь ноль. Гнездо забито, засев расплод. То есть, ну, много пчелы, понятно, да. То есть, а взяток минимален и ничего не делают. Я даже поднимать не буду, то есть ограничу. Вот одним корпусом. Пусть как будет, так будет, чтобы матка больше нигде не сеяла. В остальных семьях тоже. Но здесь сегодня поставил четвертый корпус. Пустой. Сушь. Вот это все. Единственная семья, которую я не делил. Вот она как перезимовала, так вот. Ну, до трех корпусов развилась. Но все равно. Меда нет. То есть вот такие вот дела. Как получится, не знаю. Но здесь тоже в этих семьях. Пчела сначала не шла. Я поставил. С той семьи моей экспериментальной, которая перезимовала. Кстати, матку я там так и не заменил. Вот семья злая. Вот, ну, буду ее вот использую как ее, как донор. Вот взял несколько рамок, поставил в магазины расплода, чтобы пчелу поднять. Пчела поднялась. Проверяю. Пусто. Все, меда нет, напросто нет. Год просто ужасный. Ну... Еще, в общем-то, вот такие вот дела, коротенькое видео, такой вот небольшой рассказ. Главный взяток вроде и должен начаться, вроде и идет. А ничего, ничего нету. Липа цветет, шмелей на ней до дури, пчела туда не летит. Поэтому такие вот дела. Напишите, как у вас интересно, в частности, по Ленинградской области. Что да как. Сверимся, посмотрим. Может, кому-то повезло, у кого-то дожди льют, и не знаю, и взяток есть. У меня пока вот такие вот дела. Ладненько, все, друзья. Пока-пока. Дальше посмотрим, что будет.